Республика Беларусь и Чувашская Республика летом прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве. То есть это, будем говорить так, юридическая платформа наших взаимоотношений. Конечно же, дружественные связи между нашими регионами, между нашими республиками, они уходят вглубь веков. И, собственно говоря, мы ощущаем это на себе, то, что как бы мы из истории прошлого нашего общего государства, которым был Советский Союз, взяли самое лучшее, сохранили ценное, сакральное для нас, для наших народов. И сейчас это приумножаем. То есть, в принципе, те вехи в нашем сотрудничестве, которые поступательно развиваются, как раз подтверждают именно эти слова.